Доброго всем дня, дорогие мои друзья. Сегодня хочу заснять я вот такой вот блог вам. Как я готовлю соус, мясной соус с овощами. Ну, приступим. Немножко поздороваюсь с вами. Доброго всем дня. Приветствую вас. В общем, предварительно я обжарила лучок, нарезала лук полукольцами, обжарила, добавила мясо, обжарила немножко мяса. Сейчас я буду добавлять помидоры, перчика. Немножко потушим помидоры. Можем добавить и морковь сразу. Все равно будет все это вариться, тушиться. Морковь добавляю крупную, потому что меня не любят морковь в обеде. Я нарезаю крупное, чтобы потом можно было снять. Ну вот сейчас немножечко потомится у меня помидоры. Слегка. Я добавлю картошку. Добавлю перчик. Немножечко добавлю чили перец. Пускай немножко будет остренький обед. Вот добавляю немножко чили. Слегка. Чтобы очень острое. В принципе, можно и все эти приправы насыпать. Вот у меня тут куркума, красная паприка, красный перец, черный перец. Это тоже можно сюда засыпать. Не мешает. Ага. Вот как-то так. Теперь можем добавить картошки. Картошки я добавляю много. Залью кипятком все это добро. Сольем кипяточком и будем это все варить. Я обжарила очень мало все. Ага. Вот так перемешаем, посмотрим, что у нас тут. Вот это все у нас красота будет сейчас вариться. В конце потом я добавлю лавровый листочек. Петрушку. Ну и будем, когда приготовится наш соус, вот пускай это все варится хорошо. Периодически будем приходить смотреть. Один лавровый листок оброшу, потом в конце брошу остальные. Периодически будем приходить смотреть, перемешивать все это, чтобы у нас ничего не убежало, не подгорело. Мясо я положила вот такие большие куски. Не стала их нарезать маленькими, чтобы сразу взял 2 куска, 3 куска и поел. Перцы тоже нарезала большими кусками. Кто любит перец, будет кушать перец. Кто не любит, легко может удалить из своей тарелки. Извиняюсь. Да. Ну вот как-то так. Поделилась я сегодня с вами и вот таким обедом. Если кому понравилось, приготовьте. Ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, доброго дня. Здоровья, мирного неба. До свидания. До скорого видео.